Приветствую вас, друзья, на канал BBPlay, меня зовут Владимир, и сегодня мы посмотрим на игрушку, которая имеет просто идеальный отзыв в Steam под названием Not For Broadcast, то бишь не для трансляции. Игрушка о том, как мы будем работать как оператором новостей, будем прилагать усилия в цензуре, в рекламе, следить за планами, то бишь планами людей, которые там будут разговаривать и доносить какую-то информацию нас. Говорит, очень крутая игрушка. Ну, посмотрим, заценим, что это вообще игрушка представляет из себя и настолько ли она хороша, как ее вообще рекламируют. Так что давайте заценим, посмотрим. Название игры WebPlay, ну, как логично. Итак, ну что ж, начать игру. Экран можно выбирать с помощью клавиш с цифрами. Ну, это понятно. Ну, как видите, да, это у нас будет, как понимаете, день первый, выбор. Выборы. Что за выборы? Ага, так, что это такое? Так, сигнал. Нету сигнала. Лайв-бродкаст. Повернуться направо. А, вот так, окей. Дэвид, добрый день. Вам тут... Ой, Дэвид. Эй, дружище, это Дэйв. Знаете, здесь просто не надо прибраться. Но я немного задерживаюсь. В общем, сегодня за новости отвечаешь ты. Значит, так. Не переживай, это не так уж сложно. Я помогу со всем разобраться. Давай, как я проведу для тебя небольшой тур по комнате вещания. Смотри прямо. Перед собой находятся экраны. Да, хорошо. Да, так, смотри, наверное, это просто создать количество зрителей нужно, чтобы зрители подключались, а не наоборот. Под ней находился экран того, что справа. А вот это, да, типа. На этот экран сначала посмотрим, что видно этим зрителям. Ага, это чтобы зрители видеть. Ага, несколько секунд получается за мастер, то есть, чтобы основной... Короче, это будет в реальном времени, это у нас задерживается парочку секундочек. Но это... А это дополнительные. А, ну и здесь надо будет играть с... планами. Близким планом, дальним планом и так далее, я предполагаю, да? Смотрите налево, посмотрим налево. Ух ты, блин. Так, короче, давай, погнали. Так, что это такое? А. Куда, что? Куда я смотреть должен? Занимайтесь Хемслисом, безумный Нил. Давай, безумный Нил. Бамблженс, что-то. Тихо, excuse me, ты давай. А. Чё ты? Ага, салат какой-то, нахер. А, окей, поехали. Какой-то пиздец. Один. Так, прикольно. Короче, шикарно. Посмотри, так. Так, прогноз погоды. Погнали, блядь. Ну, как видите, да? Мы... Хорошо. Расслабляйся, наслаждайся, да, блядь, расслабляйся. Сейчас посмотрим, что это такое вообще. Что-то. Так, мне надо будет переключиться, когда будет это... Да, так вот, трек кнопка через 3, 2, 1. Отлично, мужчина, дружище. Да, теперь переключитесь на Джереми по первой кнопке, когда сфера посередине уменьшится и исчезнет. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. National Nightly News. Национальные новости с Джереми Дональдсон. Дэвид, готовься переключаться на первый экран. Да, прекрасно, молодец, дружище. Дэвид, слушай, мы, дружище, получаем... Ой.
Так мы получал то колеса по крутке, чтобы... Ага, прокрутки, ага. А, это будет гораздо удобнее с роликом. Это помехи у нас получается, да? Не так лучше, кажется. Сука! Боже! Боже, какой пиздец, я так накосячил с перемяхами. Все нормально приходило, когда тебя тут хуя сразу и полетели в жопу, получается. Жопа жопошная, ну как так? Не, ну круто получается, что смотрите, мы сейчас выйдем, что происходит за кадром, пока мы наблюдаем на тебе сраную рекламу. Оценка Э. Вообще просто нет. Будет последний, сейчас будет блок, в котором гостей будет снимать несколько камер, так что нужно будет выбирать подходящие ракурсы. Можешь сделать это так, как считаешь нужным, но есть пара правил. Первое, старайся указывать то, что говорить. Второе, не задержишься. А, камера на говорящем, держите план на 10 секунд. Там будет интересно терять, старайтесь не задерживать нас крупных. Короче, блядь, сейчас 4 экрана. Оу, такой козлина. Тогда да. Так, куда? Такой проскудник, сука, вот это гад. Не знаю, правильно жал? Ну, пускай себя туда. No. Is here the star of both stage and screen? Megan. Thank you, Jeremy. Megan Wolf, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare to the Blunderclatch on screen 3 when she says his name. By none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you. Lawrence Blunderclatch какой-то. Вот такой смотри, как двухликая тварь. Switch to 2 for the wide now. May I say, having you here with us is among ours. Right now, just try and stay on whoever's talking. Ой, блядь, 4. The medication. О, просто пиздец. Это промазали. Peter Jensen, the director. Give us a look at Megan's reaction. Lovely. Now back to Thunder Twin. I've worked with him on several movies. Так, двоечку надо на кнопке оставить. What a wild ride this has been. What a wild ride this has been. I really meant that. That is fantastic. And am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic one? Absolutely right. A scientist. Was that a challenge? Так, ну не знаю, вроде бы нормально получается. О, да, она хорошо все получается. But seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role when I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that that was a true story. You'll remember one soldier's fight for a love that surpasses all others. A love, of course. Ну, так, мне кажется, легче будет следить за, за девочкой, женщиной. So sweet of you to mention it. But I really am not in it for the awards. Those three statues do take quite a place on my level. Так, не знаю, ну, вроде бы у нас все хорошо получается, но здесь довольно-таки высоко здесь рейтинг. Так главное, чтобы никакие помехи, короче, не были. Ну, давай. Реакцию сделай какую-нибудь красиво.
Так тихо, не урневомничай. Не, очень прекрасно, прикольно, очень, не знаю, мне прям, блядь. Блять, я потерял стрель, ух ты. We're in for some real change, it looks like, in the coming few months. What do you make of this historic election result? No. Well, now you're asking. Historic election result. Indeed, historic is the word. Well, indeed, historic. Difficult, isn't it? Very difficult. Difficult, isn't it? I think I've always been quite clear. Не знаю, ли, блядь, как так переключаться каждый раз, нормально это вообще? Ну, у него вроде бы, да, нормально. Ну, я считаю, ну, прокалит три. Not fuck things up. Ой. My character, Dr. Lance Hemlock, is faced with a decision that could affect humanity's very survival. Exciting stuff. О, блядь, и у нас получается опять помехи. Так, тихо, спокойно, блин. Подожди, а если мы так поедем? По одному, сколько он двигает? Такой пизде... Тихо, спокойно. Давай, быстрее. Тихо, спокойно. Не, мне кажется, так легче будет. Да, так легче, гораздо легче. Ух ты, блядь, там что-то какой-то... Так, давай вниз. А представь, если там еще цензура, за этим сейчас следить надо. И потом еще, блядь, за переключением. Вообще, как они вообще справляются с этим делом? Какая у них должна быть реакция? Так, давай, быстренько. Можно как-то, блин, подвинуть вперед его, блин? Ух, и там какой-то ромб еще посередине, чего охуели, блядь? Чего вы творите, блядь? Черти. Главное сейчас успеть, блин, вовремя. Так, можно оставить, все. Что мне надо будет вторую рекламу включить на будет или что? Что? Да, вторую рекламу. Через 3, 2, 1, 0. Оценка. А, друзья, а! Мы поработали хорошо, вообще отлично. А. Короче, у нас кнопку цензуры пробел, какое-то слово кто-то говорит, слушай, две дорожки не просто, но ты потренируешься. И у тебя все получится, не переживай. А если не понимаешь, когда нужно заглушать, то над кнопкой будет видно звуковую дорожку. Все, что нужно, только нажать, когда закнется. Ну да. Надо по звуку, да, типа. Окей, хорошо. Когда кнопка загорится, считай 1, 2 и нажимай. А то бы еще должен его зажать и держать, да? Да. With more than two areas of outstanding natural interest. Isn't it time your family... Так, не забудьте выбрать первый экран, когда сигнал уже включится. Это начало прямо эфира, это будет поздно. Экран можно включать клавишами 1, 2, 3. Клавиатура от 1 до 4, ну это понятно. 3, 2, 1, and we are live. Welcome back. Welcome, блядь. Красавчик. Так, мне это надо вот это подкинуть. Так, мало ли.
are about to make their acceptance address. Cut to the outside broadcast. Go for it, Pat. Shall I start? Get ready. Go for it, Pat. Thank you all for coming. Well, thank you all for coming. Where do I start? And, well, what a where day. Do I start? They said we couldn't do it. They certainly said we couldn't do it. Every dirty, low-down lying, every southern bastard trick I had against you. Ой, что-то слишком рано. I'm sorry about the language there. Ой, ё! Не туда прыгнул! Так, надо 3-4. But to be honest, who can blame Peter for celebrating? Throughout the campaign, you've heard us say that advance are not a political party. Advance are not a political party. Да-да. Короче, блядь, надо... Так, 2-3-4. 2-3-4. You need a team. A team that can change things. But today is day one of a new future. Блять, мне кажется, следить за этим. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich. For them the party's over. They shouldn't be celebrating. For them the party's over. They shouldn't be celebrating. They should be putting their shitty pants on and opening their dusty checkbooks. Pants on and opening their dusty checkbooks. Again, not inaccurate. But... Not before we came out here to address the nation, before we came out here to address powers, the nation, we used to pass the Assets and Wealth Act, to pass the Working with the Wealth Office. Так, двоечки, это у нас на этом большой экран. Every person in the country with wealth into the million. You know this. Probably you rather you don't. Просто бухой хуй, чувак. Но это про выход из Европейского Союза. Блять, дублируется звук просто пиздец, я не понимаю, как что тут делать. Блять. Да ты запарил меня, я знаю, нага. Ой, опять не туда залез, блин. You're gonna pay first. You're gonna pay up. Advance are going to turn this country from a nation of warring individuals to properly fund health and education. To raise the living standards of us all. Надо как-то запомнить. Said we'd have to raise billions. You'll see. Типа как ну моменты, чтобы двоечку. The people who pay you a pittance to serve them drinks in their private clubs. The people whose children you raise. So they've got time. Просто бомба, блять, я не могу. Advance have this to say to you. Advance have this to say to you. Nice, отлично. We are coming for your sports cars and your mansions and your vineyards and your mansions and your vineyards. We will put the wealth of this country back. We will put the wealth of this country back in the hands of the people who created it. In the hands of the people who created it. Today. Yes, it ends today. It ends and tomorrow today. We'll start making. Просто мы порвали, короче, кажется. Вообще идеально. I can't argue with that. I can't argue with that. Thank you for your time. Well, interesting acceptance speech there. Interesting acceptance speech there. And our apologies for the fruity language. And our apologies. Боже, мы, короче, похоже, неплохо справились, друзья. Someone's going to be in trouble. If not, someone's going to be in trouble. So, as the country braces itself for new government, that's all from us this evening at the National Mic. That's all from us this evening. We'll be back tomorrow with full coverage of the first day. Вообще бомба, друзья. I'm Jeremy Dawson. Have a peaceful. I'm Jeremy Dawson. Have a peaceful. Просто, ну посмотрите, какая оценка А должна быть, бля, по-любому. Она. Не, друзья, я скажу так, что очень хороший и довольно-таки, как говорится, неплохой проектик. И надеюсь, что далеко он дойдет. Эфир завершен, продолжить. Оценка блока Д. Ты охерел вообще. Продолжить. Что продолжить? Эфир завершен. On air. И что у нас? Оценка, конечно, D. Примечание. Великолепная цензура. Было немного помех. Нормальный монтаж. Оу. Финансирование 175. Не, ну, неплохо, друзья. У нас неплохо получилось. Великолепная цензурка. Да, ну, не знаю ли быть великолепной. Там мы заглушали его, конечно, раньше еще. Было немного помех. Да, но мы там залетели в одно чуть-чуть. Нормальный монтаж.
Замечательно. Время эфира 709 секунд. Нормально. Получено финансирование 175, финансирование 175. Отлично, друзья. Так что, друзья. Ух ты. Дэйв, это дружище, я оставил тебе сообщение о том, что тебя сюда занесет. Большинство заходит в архивную после эфира. Здесь можно посмотреть запись того, как эфир видел зрители. Как видишь, архив делится на три секции. Эфир — это то, что показали по телеку. Снятое материал со всех экранов, включая то, что ты... Что не вышло в эфир и реклам. Выбранные любой рекламные ролики. Сначала посмотрим эфир. Эфир. Ну. Да и вот, гляди слева, находятся все высшие эфиры. Сюда можешь попасть. Главное, ты что, читать-то хуйню получаешь? Я читаю быстрее, чем он вообще переводит, да? Как-то тупо, блин. Я вообще, да, не читать лучше, да, вы сами прочитайте, что он говорит, и все. Тут же субтитры под низом. Потому что, ну... Ну это мы то, что мы сделали, да? Загрузить запись. А я могу как-то промотать? Походу, я нихера не могу потянуть. Я понял. Нихера не можешь сделать. Нас снятое. Сиренция в том, что ты можешь глушить любой экран на свой выбор, можно даже несколько сразу. Так что можно послушать, что происходит за кадром. Просто вбери блок, то есть запись между рекламными перерывами слева, затем жми «Играть», когда насыщешься за кадром. Драма, и жми «Назад». Ну это понятно, это хуйня, все это неинтересно. Это ли еще, друзья, мы посмотрим. Ну тут реклама, которую мы сделали, проиграли. Вот, друзья. Я надеюсь, вам понравилось видео, конечно. Если вы хотите, чтобы мы продолжали снимать и смотреть, как эта игрушка будет развиваться. Игру, как я уже говорил раньше, довольно-таки многообещающий проектик. Довольно такой энергичный такой, там, знаешь, тыркать все туда, все это еще должен следить за всем делом. Довольно-таки интересно. Но если вам понравилось видео, друзья, конечно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать поучение насчет новых видео. Вот. И если, конечно, вы хотите видеть это... Эту игру про дальнейшее прохождение, поставьте комментарии, пожелания, и я увижу даже по вашим лайкам и просмотрам, или вообще стоит снимать эту игрушку дальше. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь, и увидимся уже сегодня с вами на стримецке. Друзья, так всего вам хорошего, и пока-пока!